Мирное собрание садоводов уже спустя несколько минут после начала переросло в словесную перебранку. Члены кооператива «Спутник» разделились на два лагеря, которым вместе не по пути. У меня есть апелляционное определение, я четко могу зачитать садоводов. Людмила Бобрешова уже несколько лет ходит по судам и ищет компроматы на руководство садового общества. Последнее слушание она выиграла в Верховном суде Татарстана. Речь идет о том, что у нас, значит, незаконная передача правомочий уполномоченных. То есть вот эти собрания по секторам, они незаконны. Отчасти женщина говорит правду. Вот постановление Верховного суда, где говорится, что решение уполномоченных от 29 ноября 2014 года признается недействительным. А следовательно, утвержденный ими устав не имеет силу. Но юристы уже направили кассационную жалобу. Теперь происходит процедура выбора новых уполномоченных, которым предстоит разработать новый уставной документ. Собрание проводить нету кворума. Вот. Всего 35, из них еще вот сколько-то ветеранов. А нам надо. Как говорит председатель, собрать людей на собрание сложно, но они будут добиваться того, чтобы все выборщики были в сборе. Ведь желание у всех одно – быстро закончить с бюрократическими проволочками и спокойно готовиться к дачному сезону. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.